Привет, это Деконте, видеоинструкция по сборке кровати «Белая роза». В комплект входит две коробки, ортопедическое основание и матрас. Сейчас он нам не нужен, займемся сборкой кровати. Открываем коробки и раскладываем элементы так, как показывает мастер на видео. Обращаем ваше внимание на то, что место для сборки должно быть чистым и ровным. Для работы нам потребуется фигурная отвертка и гаечный ключ на 13. Мастер на видео использует шуруповерт. Первым делом фиксируем к царгам кровати со стороны изножья крепежные уголки из комплекта фурнитуры. Мастер отмеряет ширину одного уголка от нижней части царги и ширину двух уголков от верхней. Уголок крепится вровень с торцом царги на саморезы из комплекта фурнитуры. Со стороны изголовья работа производится аналогично. Чтобы прикрепить царги к изножью, мастер подводит их вровень к правому и левому торцу изножья и крепит с помощью саморезов из комплекта фурнитуры. Затем таким же образом работы производятся с изголовьем. Перейдем к сборке ящика. Снимаем упаковку с боковых стенок и соединяем их с помощью евровинтов. Затем переворачиваем ламинированной стороной вниз, устанавливаем дно ящика и фиксируем его с помощью гвоздей из комплекта фурнитуры. Затем устанавливаем ящик на его место. Перейдем к сборке подъемных механизмов. Устанавливаем опорный болт из комплекта на его место с помощью трех гаек, прикручивая их одну за другой. Затем устанавливаем газлифт и притягиваем его гайками с шайбами из комплекта фурнитуры. Для правильной работы механизма после протяжки гайки необходимо ослабить на полоборота. Второй подъемник собирается аналогично. На всех царгах этой модели есть закладные подболты, они отмечены скобами степлера. Подъемные механизмы фиксируются к ним болтами из комплекта фурнитуры. Перейдем к установке ортопедического основания. Соединяем его с подъемным механизмом с помощью болтов с шайбами из комплекта фурнитуры. Теперь необходимо нанести разметку для последующей установки опор ортопедического основания. Мастер отмеряет 25 см от пола и наносит разметку на изножье и царги кровати. Крепим 4 уголка на уровне нанесенной разметки. Теперь двигаем ящик впритык к изножью. Остается уложить матрас, и ваша кровать готова к эксплуатации. Вы можете смело пользоваться изделием.